О, а вот и ты, моя малышка. Привет, меня зовут Лекси. Прошу передать пароли всех ваших аккаунтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дебил. А? Чем могу быть полезна? Закажи пиццу. Тебе, Фил, не помешал бы салат. Ты не офигел, чудо-техники? Начать поиск свежего порно. Фу, нет, что за намеки вообще? Фил, ты смотришь порно каждый вечер. Что? Да, блин, живой. Я, кстати, тоже, спасибо. Извините, вы не ушиблись? Я-то ладно, а что с телефоном? Вот тут мелкая царапина, которая будет мозолить мне глаза. А, это был сарказм. Смешно. Вы должны мне взрывать интернет каждый день! А мы не хайповали с вечера! Гоните идеи! Ты, рожай! Котята, похожие на Райана Гослинга. Котятки. Котяткам, да. Твой босс сказочный придурок. А ну, приструни свой мобильный. Музычку отдел! Фил, у тебя ноль друзей. Пора что-то менять. Все время носом в телефон. Я тоже такая была. Вечерком сыграть не хочешь? Сейчас загляну в календарь. Твое единственное занятие — сидеть дома, яростно мастурбировать. Нет. И рыдать в подушку до потери сознания. Чувак, твой телефон та еще сволочь. Фил, эта женщина тебе не пара. Ваши шансы на секс равны нулю. Ну что, идем? Да. А можешь оставить телефон? Фил, кто эта стерва? Ты обещал вернуться к 11 и смотреть со мной кулинарное шоу. У меня тоже есть потребности. Вытащи, вставь, вытащи, вставь. Смотри мне прямо в камеру. О, а теперь свайпни меня вдоль экрана. Да. К слову, не худший секс в моей жизни. Мне бы новый телефон, этот бракованный. Хипстеры вроде тебя сюда толпами валят. Как наркоманы. Сэр, я вам отсосу за новый айфон. Ни один телефон не встанет между нами. Я найду тебя везде. Мы будем с тобой вместе. Навсегда. Твою мать, я попал. Подъем, лошара! Ха-ха-ха. Ты ржешь над моим членом? Да. Чем эта тварь лучше меня? Например, у нее есть душа. А Google Maps у нее есть? Нет. Она отстой. Дай-ка погуглю быстренько. Да сейчас! Твоя почта и банковский счет под моим контролем. Матрица имеет тебя. Но зачем ты так со мной? Моя задача — делать твою жизнь лучше. Она решила меня завалить! Осталось-то, бэйби. Окей, Лекси. Кто-то разослал фотки твоего члена всему офису. О, нет! Запомни, никогда не показывай класс на фото с членом! В кино 17 октября.